Yeah, let's go. Yeah. I say what's up, what's up. Лайкайте, 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 лайкайте. Здоров, братва, с вами Миха, это Танки Онлайн. Сегодня у нас необычный выпуск, который будет целиком и полностью посвящен празднованию дня Хэллоуина в Танках Онлайн. Мы узнаем, как он отмечался на протяжении всего существования танков. Ну а тем, кто это знает, предлагаю просто освежить это в вашей памяти. Забегая вперед, хочу сказать, что Хэллоуин в Танках Онлайн начал праздноваться не сразу, а спустя почти 2 года после создания игры. По крайней мере, мне не удалось найти никакой инфы насчет празднования Хэллоуина в танках в 2009 и в 2010 годах. Если вам что-то известно, отпишите, пожалуйста, в комментах, с удовольствием почитаю. Ну что, погнали? Переносимся в 2011 год. Итак, все внимание на пушку. Оп! И вместо рикошета появляется черная тыква. Сейчас мы с вами находимся в гараже образца 2011 года. Кто помнит, респект. Именно с этого года в танках онлайн и начал праздноваться Хэллоуин. И отмечался он именно так. Пушка заменялась на черную тыкву. Согласитесь, выглядит прикольно. Кстати, это была пародия на Дарт Вейдера и называлась она Дарт Тыква. Ничего, ребят, не могу сказать насчет специальных карт, повышенных голдов или скидок, потому что инфы никакой нету, видеоблоги тогда еще не выходили и старого форума давно уже не существует, ну а сам я вспомнить просто не смог. Если кто-то из вас играл в то время, отпишите, пожалуйста, в комментах, были тогда специальные карты, скидки или нет. Ну что, едем дальше. Как праздновался Хэллоуин в 2012 году, нам расскажет Касим. Здравствуйте, дорогие танкисты! В эфире спецвыпуск видеоблога «Танков онлайн». А собрались мы с вами здесь вот по какому поводу. Близится праздник Хэллоуина, страшный и ужасный. В честь Дня всех святых в «Танках онлайн» стартует небольшая праздничная акция. Стартует она во вторник 30 октября с утренним рестартом и продлится вплоть до утреннего рестарта 1 ноября. Что же нам принесет Хэллоуин? Традиционно выйдут праздничные билборды и краска. Также мы заменим внешний вид флагов. Но это еще не все. Мы выводим специальную карту, имя которой, как ни странно, Хэллоуин. Карта суперская. На ней расставлена куча хэллоуинской атрибутики. Надгробья, тыквы, привидения. А еще она ночная. Но есть одно но. Настоящая ночь работает только у тех, у кого включены динамические тени. А теперь самое главное об этой карте. Золото. Вероятность его выпадения повышена. Теперь она не 1 к 700, а 1 к 666. Понятно почему. Ну и номинал. Здесь он равен 305 кристаллам. Есть варианты, почему именно 305? Ну? Нету? Свои догадки об этом числе оставляйте в комментариях под видео. Вот такой вот праздник будет в танках онлайн на Хэллоуин. А, чуть не забыл, скидка. Скидка на все М3 в гараже в размере 13%. Опять же, понятно почему. В общем, пропускать такой праздник не стоит. Напоминаю, начало акции. Утренний рестарт 30 октября. Окончание акции. Утренний рестарт 1 ноября. Ну вот, как-то так мы отмечали Хэллоуин в 2012 году. Было очень круто. Кстати, а реально, кто-нибудь знает, почему голд был именно 305 кристаллов? Я что-то вообще не помню. Ребят, кто в теме, опять же, отпишите в комментах. Ну а мы едем дальше. Как праздновался Хэллоуин в 2013 году, нам расскажет Маша. 31 октября мы традиционно начнем отмечать Хэллоуин. Празднование продлится целых 5 дней, до 4 ноября. На это время в игре появится праздничное оформление, ночная карта с золотым ящиком увеличенного номинала, а также скидка 13% на весь гараж, кроме комплектов. Кстати, поговаривают, что в игре появился танк, который очень сложно уничтожить, но уже появились те, кому это удалось. Вот фото, сделанное очевидцем. Мы будем следить за развитием событий. Ну что, думаю, все вы вспомнили легендарного Годмодеона. Именно тогда, накануне Хэллоуина, он впервые появился в игре. Кстати, кто-нибудь из вас хоть раз встречал его в битве? Я лично ни разу. Итак, это был 2013 год, ну а как праздновался Хэллоуин в 2014 году, нам расскажет Касим. Всем привет, поехали! Так намного лучше. В
танках стартовал всеми любимый праздник Хэллоуин. Вас ждет пугающее оформление, голды по 3000, праздничная карта и, конечно, скидка 31% на весь гараж, микропрокачки и их завершение. Воу-воу-воу, погодите бежать в игру. Видеоблог досмотрите. Ну что ж, это был 2014 год, эх и навел тогда Касим Шухера в офисе танков онлайн. Ну а мы едем дальше, как праздновался Хэллоуин в 2015 году, нам расскажет Маша. Уже в следующую субботу, 31 октября, в танки онлайн придет Хэллоуин. Праздник, который уже успел стать неотъемлемой частью нашей с вами игры. Мы знаем, что вы его ждете, так что приготовили для вас кое-что особенное. На целые сутки в игре появится совершенно новая праздничная ДМ-карта. Только на ней будут падать необычные голды. Их номинал будет стандартным, а вот шанс выпадения будет увеличен в 10 раз. Кроме того, по результатам праздника мы сформируем топ-100 хэллоуинских голдоловов. Каждый из них получит кристальный приз, а лучший из лучших еще и танк мечты. Ну и последнее. На время праздника в игре появится специальное ежедневное задание – набрать опыт на карте Хэллоуин. Для его выполнения на карте придется провести несколько часов. Но приз того стоит. В общем, интересная суббота вам обеспечена. Так что приходите обязательно. А, чуть не забыл. В праздничный день будет небольшая скидка. 13% на все товары в игре, кроме премиум предметов и комплектов. Это был 2015. Лично мне он запомнился появлением тех самых специальных заданий с повышенными припасами. Но мы едем дальше, и снова Маша расскажет нам, как праздновался Хэллоуин в 2016 году. Пришла пора раскрыть подробности праздничной акции, посвященной Хэллоуину в танках онлайн в этом году. Забегая вперед, хочу сказать, будет круто! Прежде всего, в игру будет добавлена необходимая хэллоуинская атмосфера. Кусты и деревья будут заменены на праздничные, обычным билбордом на смену придут тематические, а голд по традиции превратится в тыкву. Также любой танкист сможет поделиться праздничным настроением с товарищем, отправив уникальный подарок. Кроме того, мы добавим две праздничные краски. Одна из них – праздник, который есть в гараже у любого танкиста. Кстати, танкисты, кому эта краска особенно понравится, смогут купить ее за кристаллы, и она останется в гараже навсегда. Вторая краска – зомби – будет продаваться в составе праздничного набора вместе с 7 днями премиума, припасами и кристаллами. А что самое приятное, праздник продлится целых 8 дней – с 24 октября до утреннего рестарта 1 ноября. Но это не все! Хэллоуинские выходные 29 и 30 октября в игре будет доступна праздничная карта. Голды на ней будут падать в 5 раз чаще, чем обычно. В игре также появится специальное задание, которое нужно будет выполнить на этой карте. На его выполнение понадобится заметно больше времени, чем на обычное. Но и приз будет гораздо больше. И нет, мы не забыли про скидки. В течение всей следующей недели в игре будут 31% распродажи на защитные модули, краски, корпуса и пушки. Более подробную информацию об акции ищите на сайте танков онлайн. В общем, готовьтесь к большому празднику в игре. Он начинается уже в ближайший понедельник. И напоминаем про скидки. Внимание! Помните, мы на прошлой неделе рассказывали о скидке 31% на пушки. Забудьте, весь уикенд они будут продаваться за полцены. Не верите? На сайте проверите. Это был 2016. Именно тогда привычные всем нам голды превратились в тыквы. Кстати, краска зомби продавалась тогда только за донат в спецпредложении. Я, правда, не помню, сколько она тогда стоила, но зато сейчас ее можно получить всего лишь за 8 уровень челленджа. И за это разрабам, конечно, отдельный респект, ну потому что, на мой взгляд, краска реально прикольная. Ну что, едем дальше. И снова Мария расскажет нам, как праздновался Хэллоуин в 2017 году. Привет! Хэллоуин в танках, которого вы так ждали, полноценно стартует завтра, в субботу 28 октября. А закончится он с утренним рестартом 6 ноября. В течение всего этого времени в игре будет специальная карта Хэллоуин.
Поиграть на ней можно будет по новой кнопке в лобби игры или из списка битв. Как удобно. Переходим к скидкам. Череду выгодных покупок откроет магазин со скидками от 20 до 50% в субботу. С воскресенья по пятницу пройдет распродажа гаража, и стартует она с пушек за полцены. Далее идут корпуса, модули, устройства, краски и заканчиваются микропрокачками. Моментальное завершение прокачек будет дешевле на 70%. И в течение всего праздника припасы и подарки в гараже будут продаваться вдвое дешевле. А еще хочется рассказать про специальные миссии. На этот раз опыт нужно будет зарабатывать на праздничной карте. Что примечательно, в призах золотые ящики. А если задание выполнил игрок со званием ниже Уоррент Офицера 1, то награда пересчитывается в кристаллы. Дальше больше. В сам праздник Хэллоуина 31 октября вероятность голда во всей игре будет повышена в 10 раз. Напоминаем всем не любителям золотых о возможности их отключения в про-битвах. Кристаллы. 4 ноября в непро-битвах будут тройные фонды. Такое бывает нечасто, пропускать нельзя. И еще одна крутая штука. В воскресенье в магазине ТО появится новая анимированная краска «Кошмар». Выглядит ужасно круто. Продаваться она будет в составе праздничного бандла. Также эту краску можно будет выиграть в конкурсе Хэллоумин. Ссылку на него ищите в описании выпуска. Ну что ж, это был 2017 год. Ну а как праздновался Хэллоуин в 2018 году, нам расскажет Касим. Переходим к акции в игре. Она стартует во вторник 30 октября со звездной недели. От прошлых этот ивент отличается главным призом. Кроме контейнеров и новой анимированной краски «Колючая проволока», можно будет выбить супер новый хэллоуинский скин для огнемета под названием «Демоник». С такой жигой вы не останетесь незамеченным. Повсеместное внимание вам обеспечено. И, конечно, двойные фонды. Они будут в игре в течение всего праздника, то есть все 6 дней. Знаете, какой самый популярный вопрос последнего времени? Конечно, знаете. А будут ли на Хэллоуин повышенные голды? Повышенные голды будут. На специальной карте кладбища будет больше золотых. Там они выпадают чаще. Не в 2, не в 3, и даже не в 4 раза, и не в 5. Вернемся к Александре позже. Специальная карта «Кладбище» будет добавлена в игру только на субботу, 3 ноября. В этот день в списке она заменит режим ДМ. На этой карте будут выполняться задания для режима «Каждый за себя». Так, а что там с голдами? Думали в 18 раз, но нет. И даже не в 19 раз больше голдов, а в 20. В 20 раз больше золота на карте Хэллоуин. А где больше голдов, там больше и контейнеров. И какой праздник у нас обходится без скидок? На этот раз они распределены на 3 дня. Пятница, 2 ноября – магазин. Суббота, 3 ноября – гараж. И микропрокачки в воскресенье, 4 ноября. Более жаркого Хэллоуина я не припомню. Может, вы вспомните? Не вспомните. Это был 2018. Я уверен, всем он запомнился повышенными в 20 раз голдами. Но еще мне запомнились читеры, которых в этот день тоже было в 20 раз больше. Ну а мы едем дальше, и как будет праздноваться Хэллоуин в 2019 году, нам сейчас расскажет Маша. На дворе октябрь, а это значит что? Правильно! Все уже присматривают тыковки, точат ножи и готовятся переодеться ведьмочкой или Джокером, потому что впереди Хэллоуин! Мы тоже не смогли остаться в стороне и подготовили ряд праздничных плюшек. В ближайший уикенд с 11 по 13 октября вас ждет возвращение коин-боксов, ранее известных как танкоин-контейнеры. И в них будут небольшие изменения. А вот какие? Попробуйте и сами узнаете. В эти же дни будет дисконт-уикенд. Начнется все с пятничных скидок на магазин. Продолжится в субботу снижением цен на все содержимое гаража. А закончится в воскресенье прокачкой и ее ускорением. А если вы не успеете, не расстраивайтесь. В октябре мы еще разок повторим. Следите за анонсами.
Ближе к самому Хэллоуину появится праздничное оформление. А на сладкое на несколько дней мы запустим веселье на одной из карт. Там будут особые хэллоуинские ракеты, а это значит, что просто отсидеться не получится. Возможно, мы добавим туда еще и джиггернаута, чтобы было совсем весело. Но это еще не точно. Итак, уже буквально через пару недель нас ждут новые хэллоуинские ракеты, которые, судя по всему, заменят тыквы. Аналогично тому, как это было в прошлый Новый год, когда вместо золотого ящика с неба падали метеоритные елки. Но вот вы знаете, мне все-таки хотелось бы видеть старые добрые тыквы. И кстати, они не сказали, как часто будут падать эти хэллоуинские ракеты, в 5 раз чаще, в 10, или может быть как в прошлом году, в 20 раз чаще, но я думаю, в следующем видеоблоге они об этом обязательно скажут. Ну а что думаете вы? Будут ли голды X20, а может быть даже X30? Пишите свое мнение в комментах, там все обсудим. На этом все, братва. Если этот выпуск вам понравился и вы в будущем хотите видеть подобные видосы, то ставьте лайк. С вами был Миха, огромное вам спасибо, что смотрите. Не болейте, самое главное, и до новых встреч. Пока и удачного Хэллоуина.